What is happiness for you? Он, священники не позвали, наверное, они думали, что я был на поле, там был устал, они даже не позвали. И еле-еле, еще мог быть даже не на поздний, просто случайно звонил один по телефону, я будильник поставил там в 6 часов, даже не слышали его. А потом в 8 часов звонит мне этот знакомый. И только звонка я уже прослушал и понял, что надо идти на службу. А так бы и опоздал бы и на службу. Он сейчас батюшка снимает тебя. Он же знал. Ты будешь... Он спрашивал. Они что, поехали за Соломой вчера вечером? До встречи. Да. Так я... У нас есть перевода. Не, не то, что говорил. Там то, что в монастыре так ничего не делается. Надо все же благословение. Тем более, что сейчас праздник был. Вчера праздник храма, сегодня проклятие. Так вообще уже без благословения никак не будет. Да, и я как-то, я уже даже не рассчитал, что я уже пойду и начну что-то сделать. Даже спать. У нас есть там еще подумать, что даже если... Нет, так это накроет 100%. Любой дождь, он сразу же снижает. Ну все, уже потеряется. Даже если у вас нет там шеши, вот такие есть, я не знаю, голубые такие. А не, лучше, мне кажется, вот пленка. Лучше пленка. Да. Эти голубые, это они вообще... Левые на солнце они вообще просто выгорают, делаются дырки. А пленка как? Просто натянуть пленку или как? Да. Нет, натянуть пленку, потом как-то в углах там. Ну, типа. Как делается на... В районе